Друзья, приветствую вас на своем винном канале. И в этом видео речь пойдет о глобальных мегатрендах 2020 года. Почему глобальных? Потому что это те тренды, тенденции, которые вышли за границы стран с их культурными и социальными различиями. Это те тенденции, которые мы видим в разных уголках Земли, будь то Штаты, Канада, Австралия, Великобритания, Китай и другие страны. В 21 веке мы имеем больше возможностей путешествовать, общаться с другими людьми, переопыляться. Век информационных технологий, когда новости разносятся по всему миру со стремительной скоростью. Поэтому неудивительно, что винные тренды появляются достаточно быстро. Где-то они находятся только в зачаточном состоянии, зарождаются. В других местах они достигли уже определенного пика. В России они либо уже заметны, либо будут заметны в ближайшие несколько лет. Кстати, прежде чем я начну, я хотела бы заранее вас предупредить, что не я сама придумала эти тренды, я просто пользовалась респектабельными источниками информации, ссылки на которых оставлю в описании этого видео. Например, это отчет исследовательского британского агентства Wine Intelligence или международной винной биржи LiveX или Всемирная организация здравоохранения. Со всеми этими источниками вы можете ознакомиться после просмотра этого видео. Итак, поехали. Первый тренд – это разнообразие алкогольных напитков. Сейчас алкогольная категория становится все более сложной, все более интересной. И если раньше люди делились больше на категории, кто-то предпочитал вино, кто-то предпочитал, например, пиво, то сейчас происходит полная интеграция. Все большим количеством покупателей интересны многие другие разные напитки. Люди могут начать свой вечер с бокала игристого, потом переключиться на коктейль, может быть, даже безалкогольный, потом продолжить бокалом вина или любым другим напитком. Кстати, альтернативные напитки начинают использовать винный маркетинг в большей степени. То есть фокус внимания на происхождение сырья, на качество сырья, ну и, конечно, на творческий подход и гениальность винодела, пивовара, дистиллятора, миксолога и так далее. Следующий тренд – это зошные вина. Что это такое? Мы знаем, что совершенно не секрет, последние годы происходит заметное снижение производства вина во всем мире. И в это же самое время люди более озабочены своим здоровьем, стилем жизни, здоровым образом жизни. И поэтому они выбирают политику умеренного употребления алкоголя или воздержания от употребления. Как следствие, вину приходится конкурировать не только с такими легкими напитками, как пиво, но и также безалкогольными, например, коктейли, лимонады, разнообразие чая и так далее. И как ответ рынка увеличивающемуся спросу на такие вина, на такие напитки, появляются более легкие вина, будь то безалкогольные вина или с пониженным содержанием алкоголя. Сейчас есть виноделы, у которых получается натуральным образом изготовить, например, белые вина с алкоголем там, 9 или 10 градусов. И также мы наблюдаем заметное повышение интереса к легким красным винам. Люди потихонечку отходят от таких плотных и тучных, полнотелых красных вин, переходят более к легким, элегантным, например, тем же самым пино нуарам. Цена на бургундские образцы взлетает до бесконечности, появляются альтернативы, что подтверждают популярность таких образцов, как немецкие шпэтбургундеры. Следующий тренд – это меньше да лучше. Потребление вина во всем мире, на ключевых рынках я имею в виду, это там США, Великобритания, Австралия и так далее, потребление вина уменьшается, но при этом качество потребляемой продукции увеличивается. И любой экономист подтвердит, что при фиксированном бюджете, если мы тратим больше денег на единицу продукции, купить мы можем меньшее количество единиц этой продукции. И это приводит к следующему тренду – премиализации вина. Хотя в глобальном смысле это не отменяет привычных нам промышленных вин, которые предлагают средний уровень качества при сравнительно низкой цене. В большей степени этот тренд говорит нам о том, что происходит расширение рынка, расширение разных возможных вариантов. А следующий тренд – это
то, что органика войдет в привычку. Органические вина, биодинамические, натуральные вина, их доля на рынке будет увеличиваться, они будут становиться для нас все более обычными и все более привычными. Вокруг них уже не будет такого хайпа, какой есть сейчас. Эти вина будут больше пользоваться популярностью у молодого поколения, ну а также у той части потребителей, которая жаждет каких-то новых винных трендов, альтернативных напитков и чего-то нового и интересного. Следующий тренд – это этичное потребление. Раньше было нишевым потреблением, а сейчас уже становится мейнстримом. Что такое этичное потребление? Это повышение интереса покупателей к происхождению продукта, к качеству этого продукта, к экологическим и социальным условиям производства, а также способу утилизации продуктов. И эта идея в глобальном плане захватывает все больше и больше людей. В фокусе внимания те винодельни, полностью производственный цикл которых наносит не только минимальный вред человеку, животному или природе, но и также оказывает какое-то положительное влияние на социум и на окружающую среду. Например, уже есть винодельни, которые привлекают во время сбора урожая или создания этикетки людей с ограниченными возможностями или с особенностями в развитии. При этом деньги с продаж таких вин идут в благотворительные фонды. Именно на такие нюансы будущие потребители будут обращать большее внимание, и именно эти вещи будут во многом становиться критериями покупки того или иного вина. Еще один тренд – это увеличение степени вовлеченности человека. Вино будет сопровождать нас в разных жизненных ситуациях. Стоит нам только выйти из дома или с работы, где бы мы ни оказались в будущем, будь то ресторан, бар или какое-то социальное мероприятие, например, кинопремьера, открытие выставки и другие, эти места уже будет сложно представить без сопровождения бокалом вина. Это подтверждают данные исследования Wine Intelligence, которые говорят о том, что сейчас на ключевых рынках покупатели тратят в разы и в разы больше денег на потребление вина вне дома, чем, например, 10 лет назад. Ну и также здесь же будет уместным сказать, что культура питания увеличивается, больше интерес вызывают у людей, у большого количества потребителей локальные, местные экологические продукты, но и также очень большое количество необычных, новых, незнакомых нам импортных продуктов. Людям интересно покупать эти продукты, людям интересно готовить, делать эксперименты, и они находятся в поиске вина, которое будет служить наилучшим сопровождением к их блюду. Следующий тренд достаточно противоречивый, и он удивительный для меня, наверное, это то, о чем я хотела бы с вами поговорить и узнать ваше мнение. Вот по такому вопросу. Согласно статистическим данным, людям интереснее экспериментировать, и фокус внимания переходит сейчас от популярных международных сортов винограда в пользу непривычных локальных автохтонных сортов. Но в то же самое время люди, потребители, выбирают из меньшего количества винопроизводящих стран. Что это означает? Что, приходя в магазин, человек выбирает из узкого ограниченного круга винопроизводящих стран, но сделав свой выбор внутри этой категории, потребители готовы экспериментировать, пробовать разные сорта, пробовать вина, сделанные в разных регионах. И это очень странно. Вот поделитесь, пожалуйста, мнением в комментариях, что вы думаете по этому поводу, почему, с чем связан такой противоречивый тренд. Мне сложно ответить на этот вопрос, поэтому с удовольствием я ознакомлюсь с вашим мнением в комментариях. Так, что у нас дальше? Следующий очень интересный тренд – это глобальное уменьшение знаний о вине у потребителей. Это связано с таким явлением, которое называется когнитивная разгрузка, то есть полагание на внешние источники памяти. Вместо того, чтобы напрягать свою память, использовать ресурс времени и внимания для того, чтобы запомнить понравившееся вино, бренд, сорт винограда или регион производства, мы просто можем сделать фотографию, а потом поиск по фото или просто загуглить, потому что сейчас у нас в руках есть самая мощнейшая память, которую можно представить. Это наши смартфоны, а следовательно, знаний в головах будет становиться все меньше и меньше. Так, еще один тренд, который является следствием того, что я только сейчас озвучила, это увеличение ценовой осведомленности о винах. Сейчас есть такие интернет-ресурсы, как, например, Wine Searcher. Это то же самое, что Яндекс.Маркет, только для вина, где мы можем посмотреть, сколько стоит вино, какие компании, за какие деньги его продают. И большая часть потребителей, конечно, хочет
приобрести лучшее вино из того, что они могут себе позволить. Поэтому, если мы говорим о каналах продаж, больше и больше популярности уже сейчас, но также и в будущем будут пользоваться дискаунтеры и онлайн-винные магазины. Причем здесь такая небольшая ремарка. В России сайты виноторговых компаний не считаются онлайн-магазинами, они позиционируют себя как онлайн-витрины. Ну что, друзья мои, нужно уже потихоньку заканчивать это видео, и мы приближаемся к финалу. Предпоследний тренд – это увеличение важности визуального канала восприятия информации, потому что сейчас информация в текстовом или аудиоформате уступает картинкам и видео. Подтверждение этому мы находим в сумасшедшей популярности таких социальных сетей, как Инстаграм или Ютуб, или мессенджеры разнообразные, где мы обмениваемся фотографиями. И не только среди, скажем так, молодого поколения визуальный канал восприятия играет основополагающую роль, а эти социальные сети пользуются популярностью. Даже когда я думаю про свое ближайшее окружение, я сразу вспоминаю дедушку, которому 82 года, при этом он активно пользуется всеми социальными сетями. На 8 марта картиночки красивые с цветочками достигают своих адресатов именно благодаря его стараниям. Поэтому среди людей всех возрастов визуальный канал восприятия информации будет превалировать, а это значит, что одним из важных критериев покупки вина будет являться визуальная привлекательность бутылки, упаковки, альтернативные интересные упаковки, привлекательные красивые этикетки. Что еще? Ну и мы подходим к последнему тренду, тенденции, о которой я хотела с вами поговорить, это демографические изменения. На ключевых винных рынках мы видим следующие тенденции. Во-первых, увеличивается продолжительность жизни людей, в то время как рождаемость уменьшается потихоньку. И согласно данным Всемирной организации здравоохранения, к 2050 году 30% населения будут составлять люди старше 60 лет. А это целая, наверное, половина будущих покупателей вина. Сейчас поведение покупателей вина старшего поколения сильно отличается от поведения тех же, скажем, миллениалов. Люди старшего поколения менее подвержены модным трендам и тенденциям, они критериями их покупки являются привычные проверенные бренды и любимые сорта винограда. Но интересно будет посмотреть, что ожидает нас в будущем, потому что важно помнить, что сегодняшние миллениалы к 2050 году будут уже подходить к этой возрастной категории, о которых мы говорим, и будут демонстрировать совершенно иное поведение в плане принятия решения и покупки вина. Ну и, наверное, здесь же небольшая ремарочка о гендерных различиях. Вино сейчас является, ну и в будущем будет являться гендерно-нейтральным продуктом. Потреблять одинаково будут мужчины, как и женщины, но при этом мы замечаем, что есть небольшая разница в отношении к вину. Мужчины склонны верить, что они знают больше о вине, хотя объективно они также осведомлены, как и женщины. В общем-то, это все тренды, о которых я хотела вам рассказать. Давайте мы немножечко еще пробежимся по ним. Первое – это разнообразие алкогольных напитков. Это увеличение здоровых напитков, низкоалкогольных напитков, легких, как красных, так и белых вин. Это уменьшение потребления, но при этом увеличение качества потребляемых вин. Органические, биодинамические, натуральные вина становятся привычкой. Этичное потребление становится мейнстримом. Уровень вовлеченности людей увеличивается, при этом уровень знаний падает. Покупать будут в основном в онлайн-магазинах, там, где это возможно с точки зрения законодательства. И важным критерием покупки станет визуальная составляющая привлекательность бутылки. Ну и в будущем у нас будут более зрелые винолюбы в связи с увеличающейся продолжительностью жизни. Это все, о чем хотела вам рассказать. Если понравилось это видео, поддержите меня лайками, ну и подписывайтесь на мой канал. Все, всем пока, чао-чао!